А что вообще, помимо вот того, чтобы деньги попросить в долг, в вашей системе координат кажется унизительным? Есть какие-то вещи, которые вы не сделаете никогда, потому что это... Ну, Жень, вы задаете сейчас два разных вопроса. Унизительно и не сделаете никогда – это разные вещи. Это, кстати, а тогда ответьте на любое составное этого вопроса. Вы выберете то, что... Нет, я просто понимаю, что может возникнуть ситуация, когда я буду вынужден унизиться. Да? Это, ну как, если речь пойдет о выживании моей семьи, моих детей, на что я не пойду никогда. Ну, тоже давайте отбросим ситуацию, когда там держат нож у горла моей жены. Да? Потому что в этой ситуации, наверное, можно пойти вообще на все. На что я не пойду никогда? На предательство. На предательство людей. Хотелось бы сказать на предательство идей, но нет. Идеи стоят гораздо меньше, чем люди, конечно. Это уже идея, то, что вы изложили. Ну вот, да, наверное, да. Вот эту формулу. Но на предательство своих друзей, я надеюсь, мне не придется идти никогда. До сих пор, во всяком случае, я держусь. А вас? Вас предавали? Нет. Нет. Мы расходились по самым разным поводам с людьми, с которыми я был близок, но это никогда не было предательством, это был выбор другого пути. И я никогда не чувствовал себя... То есть я чувствовал себя обделенным прежним вниманием, прежней любовью, прежней уверенностью в человеке, но преданным – нет. И так это и происходит. Идеи стоят гораздо меньше, чем люди, считает Алексей Кортнев. Вот отношение к категорическому императиву Иммануила Канта – это тот вот раздел, который либерала, допустим, отличает от этатиста, государственника. Потому что если идеи стоят меньше, чем люди, то бессмысленно тогда погибать за идею, за какую-либо. Люблю очень присказку. Интересно, девки пляшут.